В администрации Фокина состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы городского округа Александра Баранова. В совещании приняли участие представители ГИБДД, структурных подразделений администрации Фокина и Дуная, а также другие заинтересованные в безопасности дорожного движения городские организации. Данный сюжет выходит в эфир в рамках реализации проекта «Береги себя». Один раз в квартал в городском округе проходят заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На очередном собравшиеся рассмотрели порядка 10 вопросов. По каждому из них члены комиссии приняли соответствующие решения. Так, одну из первых проблем озвучил глава городского округа Александр Баранов. С просьбой об установке искусственной неровности либо знака «Жилая зона» в районе домов по адресу улица Ленина, 35А, Б и В, в Дунае обратилась одна из жительниц поселка. После долгого обсуждения по данному вопросу было принято конкретное решение. Решение одно. Я считаю, что поставить там в начале этого Ленина 35А, БВ и до 39-го. Вот жилая зона. И все. Там фактически жилая зона. Обсудили собравшиеся еще один немаловажный вопрос об устройстве пешеходного перехода около клуба «Восход». Его отсутствие уже давно беспокоит жителей поселка. А ведь в данном районе располагается не только культурное учреждение, но и 253-я школа, автобусная остановка и 3 многоквартирных дома. На заседании решили ближе к весне эту проблему решить. Определиться, где этот переход можно делать, к домам, к восходу, где с точки зрения безопасности дорожного движения и где безопасно его делать, островок безопасности и переход. Мы будем делать, исходя из остановки автобусной. Вот остановка. И прямо там, прямо на нее, там будет восход. Делать. Отделять, получается, проезжую часть, дорогу. Вот, от этого площади. Клуба будет как клуб, это будет как вот у нас пешеходная зона. Пешеходная зона будет в районе клуба. Восход. Фокинцы также обращаются со своими вопросами в администрацию. Так, например, жители просят установить дорожный знак «Движение запрещено» в районе дома номер 8 по улице Комсомольской. А во дворе по улице Мищенко 1 знак «Стоянка для инвалидов». Парковочное место необходимо для постановки автомобиля, на котором перевозится ребенок-инвалид, там, синдром. Ну все. Ну что, надо посмотреть, как там возможность и сделать. На заседании обсудили возможность обустройства пешеходного перехода около городского рынка на повороте к улице Строительной, так как во время проведения субботних ярмарок людям приходится перебегать дорогу в неположенном месте. Работы по обустройству пешеходного перехода в данном районе запланировали на весну. Помимо этих вопросов на совещании рассмотрели предписание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, городским службам необходимо привести в соответствие требованиям все пешеходные переходы в городском округе, то есть установить щиты со светоотражающей пленкой и искусственное освещение. Кроме того, привести в соответствие дорожные знаки и разметку в районе всех железнодорожных переездов, расположенных на нашей территории.